лицом к Верховному Совету. Крайняя граница построения. Вот эта полоса из деревьев, отделяющая сквер перед танком и эту площадь. Значит, построением непосредственно своих подразделений будут руководить ротные командиры, которые находятся около столов регистрации. Я хотел бы вам объявить, поскольку здесь уже много тех, кто записался. Помните, пожалуйста, номер своей роты и номер своего подразделения. Я еще раз озвучу вам имена и фамилии определенных ротных командиров. Итак, у нас сегодня 10 рот. Командир первой роты Михаил Шеремет. Командир второй роты Ернев Сергей. Командир третьей роты Шувалов Александр. Командир четвертой роты Кузьменков Владимир. Командир пятой роты Кожевников Сергей. Командир шестой роты Корниенко Олег. Командир седьмой роты Дорохов Андрей. Командир восьмой роты Токмаков Вячеслав. Командир девятой роты Звездов Сергей. Командир 10-й роты Иловченко Вадим. Просьба тем, кто уже записался в соответствующие подразделения. Внутри рот будет произведено соответствующее деление на взводы и отделения. Просьба тех, кто пришел организованно, группой, командой, компанией, держаться одного подразделения. Самое главное, что мы сегодня должны с вами самоорганизоваться. Все, кто служил в армии, все офицеры, все, кто командовал когда-либо какими подразделениями, пожалуйста, берите на себя инициативу, определяйте, кто из вас будет командовать соответствующими подразделениями. Все те, кто имеет соответствующий опыт, должны порядок поддерживать в своем подразделении и держать связь с теми ребятами, с теми настоящими мужчинами, которые записались в наше подразделение народных дружин, дружин народной самообороны. Помните, что кроме нас с вами никто не сорганизуется лучше. И еще большая просьба. Мужчины, сегодня ваш праздник, но сегодня наше мероприятие проходит трезво и адекватно. Пожалуйста, с алкоголем на площадь не заходи. Пьяным на площадь не заходи. Настоящие мужчины, когда надо и выпить могут, а когда надо, могут и родину защитить так, чтобы всем треснуло. Мужики, с праздником! 23 февраля! Старый лозунг. Готов к труду и обороне. Поэтому сегодня после построения, сейчас вот здесь проходят показы прессы, показательные учебные мероприятия, будут проходить у нас конкурсы по сборке, разборке автомата, да? То есть мы еще раз всем покажем, как это делается. Кто захочет, кто служил в армии, вспомнит, как это все происходило. Мы должны быть готовы с вами ко всему. Мужики, настоящие мужчины, кто здесь на площади, с праздником вас! Я передаю слово своему коллеге Евгению Костылеву. Я хотел, чтобы мы с вами сейчас поскандировали наши объединяющие лозунги. Давайте, мы будем чувствовать так свое единство настоящее. Перед входом в другую фазу. Друзья, давайте сделаем небольшую географическую перекличку. Симферополь есть? Замечательно! Крымчане!